Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Я снимаю свой топ, baby, on top. Если говорит, что отдала топ, значит он врет, baby, он врет. Мне неинтересно эти мулы, эти слухи, это флоп, baby, oh, чёрт. Ты пока на горизонте есть я, ты не входишь в его топ, baby. Ведь он хочет лишь топ, baby. Дорогая бич, yeah, в голове дичь. Ты меня не сможешь приручить, к чёрту твой спич, baby. Черту твой спич, ничему не сможешь научить. Вот это как раз вот разница колоссальная, да? Не знаю, я не берусь даже их сравнивать, но мне кажется, вот это еще как бы, грубо говоря, не нагулял деточка, да, ее там якобы все еще зреет. А та уже такая, знаете, типа с высоты так чуть-чуть как бы, хоть, может, они там не сильно по возрастному этому убежали друг от друга, но тем не менее, она как будто та уже более такая состоявшаяся уже, ну, в какой-то мере, так и есть, да, в большей степени, да, инстасамка. Но разницу чувствуете. Здесь еще а ты такая, типа, а я улечу туда, где нет проблем. Блин, ну нет, я видела твой коммент. Это был ты. Блин, спасибо тебе, спасибо. Да-да-да, мы все видели. Модераторы скинули мне тоже этот коммент, и я потом зашла, тоже посмотрела. Спасибо. Это бэйби-мама, две пули для барабана. Замиксую по карабану, я сэра гамма. Мальчик, это дама, ходячая мелодрама. Знаешь, мой прием я ударила по карману. Yeah, okay, honey. Да, вижу, что он хочет маме. Думает о формах этой маме. Я снимаю свой топ, baby, он топ. Если говорит, что отдала топ, значит он врет, baby, он врет. Мне не интересно эти мулы, эти слухи, это флоп, baby, oh, черт. Ты пока на горизонте есть я, ты не входишь в его топ, baby. Ведь он хочет лишь топ, baby. Вижу, хочешь с этой деткой ты крутить, но уж те она будет тобой крутить. Мальчик может подарками завалить, но не сможет эту бэйби завалить. Эй, hey, мама, мои руки тянут на мангала. Тёркую на нем я палит половина клаба. Вырубила все уведомления, кроме как о пополнении пайпала. В школьной униформе я выгляжу как японка. Мальчик нам не висит, словно дорогая шмонка. Свегабилити леги чекнули, после единички ставлю в чек нули. Снимаю кроп, топ, да, снимаю топ, сори за оф. Это бэйби он топ, о бой. Дорогая малышка, он снимает со вспышкой. Как я снимаю свой топ, бэйби. Топ, бэйби. Я снимаю свой топ, бэйби. Топ, бэйби. Я снимаю свой топ, бэйби. Он топ. Если говорит, что отдала топ, значит он врет, бэйби. Он врет. Мне не интересно эти мулы, эти слухи, это флоп, бэйби. Пока на горизонте есть я, ты не входишь в его топ, baby. Ведь он хочет лишь топ, baby. Ну, слушайте, как бы, будь не то, что на моем месте, а как бы, слушая я думаю, что РЗТ и слушал уже ее, и, может, разбирал. Вот, он бы, конечно, там всякие штучки, дрючки, прибауточки более детально и как это, не то, что точечно, ну, уже с профессиональной точки зрения, вот прям, да, Кобурялкина, он это все уже разобрал бы, сказал бы, возможно, что там класс, топ, не знаю, топ, не топ. Для меня, ну, он более такой, да, вот прям разделитель.
Я что хочу сказать, мы в этом как бы не специализируемся, да? Да, да, скрупулезно. Ну и скрупулезно, и более вот детально, ну как, блин. В общем, вы понимаете, если мы, грубо говоря, просто не то, что там оценим и разбираем, мы просто вот там зашло, не зашло, там что-то, как я могу сказать, пару фраз твои, то он это прям раскладывает все по полочкам. Как, что, где, что звучало, где, какой тут прием, не прием. Вот, я что по ощущениям хочу сказать. Вот, грубо говоря, там мы вот эту там стазавку послушали. Может быть, в чем для меня здесь возникла сложность? И почему, возможно, может, старость называется, я не знаю. Чем мне стал ближе трек на стазавке? Потому что там какие-то вроде такие, вот знаете, более русские, родные какие-то слова, более по смыслу что-то понятно. Здесь вот эти топ, вон топ, мэми, мэмби, мами, хани, и все в этом роде. И ты такой, что? Ну ладно, хрен бы с ними, с этими словами. Тут уже там общая смысловая нагрузка, она вообще есть. То есть мне стало тяжело от того, что, как бы там ни было, простите, нет этой смысловой нагрузки, и от этого мне тяжело. То есть если бы что-то заморочено, как-то там сюжетная линия просматривалась в текстовом плане или еще какие-то выкрутасы, там, не говоря уже про всякие приемчики, да, там художественные или метафорические, это вообще уже не берем. Вот мне стало сложно здесь, то есть воспринимать вот настолько, ну, ни о чемный трек, простите. Вот, поэтому он, понятно, он не нацелен на это. Тут нет, естественно, не будет каких-то там, блин, я не знаю, замороченных фраз, предложений и все такое. Но, в общем, в этом плане мне тяжело было. Я подвесила, думаю, ну, все понятно. Но как это звучит? По мотиву и вот, в принципе, вот эта общая атмосфера, которая создается очень легкая такая, вот мелодичная, ну и что-то такое вот чуть покачивающее в этом месте. Вот если просто отключить мозги, или просто хотя бы что о чем-то своем там размышлять, думать, и просто слушая, вот больше акцентируя свое внимание, наверное, именно на мелодии, да, мелодике, то вот прям вроде как ничего, что вот так я скажу. Стрим. Так, я побежала, долг зовет. Рад был, что за. А, господи, я перепутала. Андрюха, все. Сегодня запись. Смотрю, доброй ночи. Андрюха, спасибо тебе отдельно вообще за треки сегодня. Классно. Давай. Спокойной ночи тебе. А мы будто бы вернуть поглубже идти. Было бы интереснее, но там как все. Она будто в Дору поехала. Вот, да, честно соглашусь. То есть, вот даже вот, наверное, честно, вот более нежнятину от нее не совсем уже как-то воспринимаешь. Все-таки привыкли от нее, ну, вот, она выглядит. То есть она такая, знаете, не то что на крайностях, но. Как это сейчас? Ну, типа, совместить, не совместим. Вот на нее смотришь, она такая вся, вот правда, вот нежная, вот какая-то воздушная зефирка. Но треки, которые до этого делала, вот прям чуть-чуть они все-таки кричащие. И вот ты, наверное, к этому все-таки привык, к ее образу, да, то есть вот как инь-янь, скажем так, ну, образно. И здесь, а когда ты слышишь вот такое, вот это прям. И вроде схоже с ее внешним обликом, вроде как бы, да, маршмеллоу и зефирка-то сочлись тут, сочленились, но что-то уже не то. И как-то, может, вот это уже диссонанс в свой носе, да. Да, то есть вот знаете, которые девочки все не любят. Вот одну такую девчонку, ей вот легко общаться с парнями, поэтому ей легко общаться с парнями, потому что они на нее, допустим, другими глазами смотрят, а девочки там все змеюки такие там завидуют там ее или как-то там не принимают, чекают. И вот поэтому она такая, да, там девчонка с нашего двора, там что-то такое, но при этом она девочка, да. А вот тут как будто все-таки, я не знаю, нашла свою девчачью, что ли, компанию, что ли, я не знаю. Ну, так, образно, если звучит. Поэтому, может быть, в этом плане диссонанс и имеется. Вот. Поэтому. Но как звучит,
Звучит, кстати, хочу заметить, не то чтобы просто там прикольно, интересно, а мне кажется, какой-то вот клип даже мы смотрели, где она там что-то на районе, там всё, в окружении пацанов. Закос, мне кажется, в музыкальном плане, не знаю, может, кого-то сменила, она не сменила, или как она кого кем больше вдохновляется, слушает, на зарубежку очень похоже. Вот что-то прямо из зарубежного больше это идет в музыкальном плане. Да вот нет, мы решили давить, типа, пока вот максимально, пока не продавится YouTube, тоже с VPN, но пока вот вроде чуть идет. Было, хотели полностью уже начать переходить на Twitch. Как-то, слушайте, жаб, да, да, почти 13 тысяч у нас подписчиков. Уже, дай бог, мы скоро добьем 13. Вот, поэтому пока тут сидим. Так, ну ладно, и второй трек послушаем. Будет ли он, кстати, ну, отличаться от первого, насколько колоритней. Это было so hard, mommy. Это было so hard, mommy. Это было so hard, mommy. Это было so hard. Это было so hard, mommy. Это было so hard. Або, класса, люкс, my life, сладкий. Парня, упс. Мой чек, мамой, дай мне чек. Мой лед пройдет, лайк-чек. Камон, под окном новый джет. Мой щен банки шлет вам привет. У меня лунг и ботека на спине. Мой блог узнаешь, ты под тегом мэби на стене. Тебе сенса полная зала по всей стране. Я знаю это по себе, yeah. Мое выступление забитый клуб. Мое окружение закрытый клуб. Тебе не попасть на жилетный. Как спортивный клуб, окей. Авто, класса, люкс, my life. Сладкий вкус, увела ее парня. Упс. Плюс много цепь ипотеки. Для тебя это две ипотеки. Я краснею, когда зовет секси. Свои губки надула, как Джесси. Эй, о, мэби, мами, делай маникюр под цвет Феррари. Я не люблю жару, мы не в Дубае. Но детка гламур, как на журнале. Потом залезаю в броник. Фаны говорят, мы супер, но я не Соник. Культовая мэй, зовите меня иконик. Гонишь, что повторяюсь, повторяйся, не гоня. Авто, класса, люкс, my life. Сладкий вкус, увела ее парня. Упс. Авто, класса, люкс. Слушайте, ощущение, что она попала в такой период, возможно, или у нее настал такой период, что она сильно увлеклась какими-то молодежными подростковыми мелодрамами, зарубежными, причем, знаете, там, не знаю, серии черлидеров или еще что-то такое. То есть прям, ну, прям вот когда, знаете, они там в этих колледжах, школы заканчивают, выпускные, первая любовь и все такое. Вот и вот в основном еще саундтреки такие. Такого плана построены, вот идут к этим мелодрамам. И вот ощущение, что она прям сверху, ну, прям вот туда погрузилась целиком полностью. И второй трек, ну, еще плаще, как будто он выглядит, чем и приторнее по сравнению с первым. Первый чуть-чуть, мне кажется, все-таки поживее был, поинтереснее. А здесь прям вообще, ну, вот, ну, я не знаю, как будто прям... Фруктовый лед на солнышке плавится вообще. Касательно вокальных данных, ну слушайте, блин, я не могу... Я не скажу ничего по поводу ее вокальных данных, потому что она, в принципе, ну, в одной манере всегда. То есть я не настолько много ее слушала, но то, что мы слушали, грубо говоря, она в одной манере всегда. Да.
А если все-таки попробовать, ну, углубиться более детально в ее исполнение, в любом случае, оно вот, ну, как бы попробуй еще. Даже, может быть, я не знаю, опять же, у нее сам по себе такой вот, знаете, прям совсем тоненький голосок. Или она это делает. Но даже если это. Даже если у нее такой голос, все равно этим вот есть переходы, которые просто все очень звучит гармонично. А если прям вот попробовать глубже поковырять и внимательно прям, да, прослушивать, то во всех треках у нее есть переходы разные, и попытаться докопаться, как она это делает. Делается ли это с помощью как-то мастеринга, или все-таки ее вокальными какие есть данные. Вот, если вокальные данные, то здесь, конечно же, они же в любом случае применяются, но опять же, смотря насколько, то, конечно, круто. Не, ну слушайте, как бы. В любом случае, намного это прям очень далеко, далеко ушло от способностей и возможностей, которые вообще все, что выдавала Ольга Бузова. Ну, это я прям совсем одна. Да? Здесь как бы это небо и земля. Ну, просто она такую манеру вот выбрала, и все, и вот в ней исполняет. А как это с точки зрения, ну, типа, правильного, вот как вокального звучания? Блин, ну было бы вибрато, я бы, ну, может, что сказала здесь. Ну, в любом случае, вот все, что как артист тебя свой образ создал и делает, это все равно все нужно уметь делать. Ты же не просто там встал, проговорил два слова и все. На все нужно та или иная доля умений. Вот. И что, иногда важнее вокал? Что, она важнее вокал? Или что? Ашу. Ты видишь, что бывает, когда ты пропустишь одно слово, и за секунду сколько у меня мыслей разных? Это чревато. Да, 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 я же говорю, просто когда ты уже все-таки вот и она поет там сейчас, особенно во втором треке, вот прям какой-то, знаете, еще все-таки отсыл куда-то, я даже не знаю. Когда как будто она все-таки вот еще что-то хочет. И, грубо говоря, сам Киев еще на фонаря, она уже никому ничего не доказывает. А это еще пытается что-то кому-то доказать. Вот ощущение такое есть теми же закрытыми клубами, концертами, полными и всем остальным. Но. Я на секунду попыталась представить, то есть вот эти ее огромные стадионные концерты, и как она вот это звучит. Там же приходит просто вот самый молодняк такой вот, чтобы там оторваться вообще и там остаться. И это как раз, они же идут на те треки, которые вот у нее очень более драйвовые. А здесь, ну, минутка релакса. Хрен знает. Как, типа, представить?